приветствую, друзья. Я в эфире. И ждем пока людей. На улице прекрасная погода. Плюс 28 градусов, если не больше. Мы с моим мужем Борисом и сыночком вышли погулять. И заодно провести трансляцию. Вот нас смотрит 9 человек. Привет всем, кто присоединился, кто присоединяется. Зовут меня Ирина Маркелова-Агапова. И тема сегодняшней трансляции такая. Верну ваши деньги, если... Сейчас еще несколько секунд ждем. Люди присоединяются. Спасибо за ваши лайки, репосты. Напишите, как меня слышно. Итак, начнем. Я занимаюсь сетевым бизнесом с 2013 года и сейчас активно продвигаю два проекта. И речь сейчас будет идти о проекте GMMG, в котором я 3 недели. Вход в проект составляет от $10. Ссылочку я укажу, когда закончу эту трансляцию. И условия акции. Отлично слышно, ну хорошо. Сегодня у нас 5 мая, да, 5? И акция будет идти ровно 1 неделю, с 5 мая по плюс 7 до 12 мая. Кто зайдет по моей реферальной ссылке в проект GMMG, тому я верну деньги при условиях. Если вы зайдете хотя бы на одну площадку от $10. Там есть несколько площадок. Первая площадка $10, вторая площадка $20, третья площадка $40, $80 и так далее. Так вот, условия таковы. Заходите, первое условие, заходите под меня и активируете хотя бы одну площадку. Второе условие. Если вы работаете в этом проекте не менее 90 дней, то есть это 3 месяца. Под вами должно быть зарегистрировано 100 партнеров. Это должны быть не фейки. Я знаю, как на фейках, как на буксах накручиваются фейки, а проверить их можно так. При регистрации этот человек должен указать свои ссылки на социальные сети и скайп, чтобы можно было с ним связаться. Ну, под вами регистрируются люди, не все, конечно, проплачивают. Так вот, хотя бы один человек проплатится, все, уже акция не работает, но это хорошо, он может зайти под вас и на $10, и на $20. 100% вы будете получать от него деньги. Маркетинг я оставлю в комментариях под этой трансляцией. Так, и третье условие, Борис, какое у нас было? 90 дней. 90 дней, сказала. Активно, чтобы... И чтобы вы работали. То есть, как узнать, что вы работаете? Вы даете ссылки мне на социальные сети, я узнаю. Делали ли вы хотя бы один раз пост в день? Вели ли вы трансляции, записывали ли вы истории и так далее. То есть не просто так зарегистрировались, оплатили и сидите 90 дней, ждете. Нужно 90 дней работать. Вот если никто не оплатит под вами за эти 90 дней из этих 100 человек, тогда я верну вам ваши деньги. Если у вас есть вопросы, я готова на них ответить. 3 месяца, Павел Митраков. Да, 3 месяца, 90 дней. Структура строится не за один день, не за 1 неделю. В смысле, в чем смысл? Если в течение 3 месяцев под вас никто не зайдет и не оплатит ни одну площадку, то я верну вам ваши деньги. Вот в чем смысл. Ну, а если зайдет, очень хорошо. Но, смотрите, если вы заходите только на $10, а на $20 не заходите, а под вами партнер заходит на $20,
то эти 20 долларов ходят вышестоящему спонсору, тому, кто на 20 долларов зашел. Сколько я зарабатываю? В двух проектах я зарабатываю более 500 000 рублей. Я часто провожу свои трансляции. Вы можете зайти просто в мои видеозаписи. И я там очень часто показываю свой кошелек Advanced Cash. И часто-часто показываю вывод денег на банковскую карту, как я снимаю в банкомате. У меня в профиле есть ссылка на мой канал, на YouTube-канал. Там около 2000 моих авторских роликов. Зайдите, посмотрите. Там как раз обложечка. Я и 100 баксов в день зарабатываю, 200 баксов и 300 баксов. Все это я снимаю на видео и показываю онлайн. Покажите 500 000. Да, Павел, я же говорю, заходи сейчас в мой канал YouTube и смотри. Я вот сейчас на улице. Вот как я тебе покажу. Сейчас 500 000. Как? Деньги у меня на счетах. Кто верит, пусть проверит. Какие у вас вопросы еще? Акция действует у нас с сегодняшнего дня ровно одну неделю. Я не очень в это. Можете скинуть хотя бы 100 рублей. Халявщики у меня каждый день просят денег. У вас что, нет 100 рублей? Вы с руками, с ногами, здоровый молодой человек. И вы не можете заработать 100 рублей, просите у женщины. Вам не стыдно? Я в России живу. Страна Россия у меня. Ростовская область. Вот в этом селе, вот, это село, люди зарабатывают в месяц около 10 тысяч рублей. Я зарабатываю около 10 тысяч рублей за полдня или за один день в сетевом бизнесе. Конечно, структура не за один день строится. Павел, что вам мешает зарабатывать? На интернет у вас деньги есть. Я вам даю возможность заработать. Отлично приглашенного вы будете получать 100%. Если вы зашли на 10 долларов и под вас зарегистрировался человек и оплатил 10 долларов, вы получаете сразу на свой, в свой кабинет 10 долларов, и в течение 20-30 минут вы можете вывести эти деньги. Я вывожу деньги на Advanced Cash. Павел, докажите, что мы аферисты. Докажите, я не прячусь, я свое лицо не прячу. Я фамилию, имя не скрываю. Меня зовут Ирина Маркелова, я миллионер. Я купила 3 квартиры, работая в сетевом бизнесе, живя в селе, в котором люди зарабатывают 10 тысяч рублей в месяц. А вы можете дальше думать, что мы аферисты, а мы будем дальше продолжать зарабатывать свои миллионы. Привет, Денис Стрелец. Ага. Все, если вопросов больше нет... Ссылочку ждите, приду домой, оставлю ссылку, либо сейчас закончу трансляцию, оставлю ссылочку и в комментарии поставлю видеомаркетинг, как работает GMMG. Больше 20 000 долларов или сколько там уже, 30 тысяч долларов за 4 месяца люди заработали в этом проекте. За месяц 12 500 могут заработать. Угу. Все, заканчиваем. Всем пока-пока.